Единая дежурно-диспетчерская служба столицы республики отмечает юбилей – 20 лет. Круглосуточная работа специалистов позволяет бесперебойно функционировать городскому хозяйству. Случился пожар, отключилась электроэнергия, запахло газом в квартире. В этих и других экстремальных ситуациях чебоксарцы набирают единый номер 112 или 074. Именно эти люди в первую очередь узнают о чрезвычайных происшествиях столицы Чувашии. Их задача – принять и передать сообщение об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Единая дежурно-диспетчерская служба объединяет все ДДС города. Она появилась в марте 1999 года. С этого момента ЕДДС контролирует работу систем жизнеобеспечения города. Функционирование инженерных сетей и коммуникаций, работу предприятий и организации системы ЖКХ. По номеру 074 жители Чебоксар могут получить информацию, куда им обращаться при несчастных случаях, по вопросам защиты прав потребителей, обслуживания линий городского освещения, работы светофоров, эвакуации личного автотранспорта и другим. В среднем за год служба фиксирует более 80 тысяч обращений.